Добро пожаловать на канал «Рецепты из тетради». И сегодня мы будем готовить глазированные сырки. Десерт, который любят во всем мире как взрослые, так и дети. Конечно же, можно купить такие сырки и в магазине. Но домашний десерт, во-первых, намного вкуснее, во-вторых, гарантированно качественный, а в-третьих, его начинку можно менять по своему вкусу и усмотрению. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. Итак, сначала подготовим начинку. Я сегодня буду использовать около 100-150 граммов земляники, но также подойдут любые другие ягоды или фрукты, например, та же клубника или малина. Естественно, ягоду предварительно необходимо тщательно промыть и очистить от хвостиков. Пересыпаем ягоды в более удобную для пюрирования погружным блендером посуду. И добавляем сюда же 10-15 граммов сахара. И теперь с помощью погружного блендера превращаем ягоды в однородное пюре. Если вас смущает наличие косточек, то потом ягодное пюре нужно будет пропустить через сито. Мне косточки не мешают, поэтому я оставляю пюре как есть и просто переливаю его в небольшой сотейник. Отставляем пока ягодное пюре в сторону. И берем 10 мл воды, в которую необходимо добавить четверть чайной ложки лимонной кислоты, а затем все перемешать до полного растворения кислоты. Если у вас есть лимоны или апельсины, то можно просто взять 10 мл лимонного или апельсинового сока. Теперь нам понадобится 7-10 граммов крахмала. Это примерно 1 чайная ложка с горкой. Я использую кукурузный крахмал, но подойдет и картофельный. Добавляем в крахмал раствор лимонной кислоты или лимонный сок и хорошо все перемешиваем до однородности. Разведенный крахмал добавляем в земляничное пюре и тщательно перемешиваем, чтобы крахмал равномерно распределился. А затем ставим сотейник на плиту и при непрерывном помешивании на небольшом огне доводим ягодное пюре сначала до закипания и загустения, а затем провариваем буквально 1-2 минуты, чтобы в начинке наверняка не осталось привкуса крахмала. Готовую начинку снимаем с огня. Теперь нам ее нужно остудить. Я поступаю просто и сразу перекладываю горячую начинку в кондитерский мешок, который затем завязываю и просто оставляю на столе до полного остывания. Если вы будете остужать начинку в посуде, то накройте ее пищевой пленкой в контакт, чтобы на поверхности не образовалась корочка. Когда начинка остынет, можно заняться творожной основой. И для начала подготовим 100 граммов сливочного масла, естественно хорошего качества и желательно жирностью не менее 82%. Масло необходимо растопить, а затем отставить пока в сторону, чтобы оно слегка остыло. Теперь берем 700 граммов творога. В идеале, если это будет хороший, жирный домашний творог. Но подойдет и магазинный сыр с максимально доступной жирностью. Можно, конечно же, взять и обезжиренный творог, но тогда сырки получатся суховатыми и с ощущением легкой зернистости. Добавляем в творог 100 граммов сахарной пудры и растопленное, уже остывшее сливочное масло. Ну а теперь с помощью погружного блендера перетираем творог с сахарной пудрой и сливочным маслом в однородную массу. Здесь очень важно добиться максимальной гладкости и однородности, поэтому нужно предварительно перетереть творог через сито, либо подольше поработать погружным блендером. Кстати, именно поэтому в творог добавляется именно сахарная пудра, а не сахар, крупинки которого, если они не все растворятся, могут испортить все впечатление от десерта. В итоге у вас должна получиться вот такая, достаточно густая и однородная творожная масса. Если сырки вы будете готовить без начинки, то по желанию вы можете добавить в творожную массу какой-нибудь ароматизатор, например, ванильную эссенцию. Также на данном этапе можно добавить порошок какао, измельченный орех или сухофрукты. Готовую творожную массу перекладываем в кондитерский мешок, который можно заменить обычным пакетом из плотного целлофана. И отсаживаем на отрезанный заранее кусок пищевой пленки основу сырка.
сначала дно в виде трех плотно прилегающих друг к другу полосок. Затем формируем бортики, оставляя в середине пустоту для начинки. Теперь берем саму начинку и заполняем ею оставшуюся в творожной массе пустоту. А затем отсаживаем сверху еще немного творожной массы, как бы запечатывая ягодную начинку в середине сырка. Получившуюся заготовку заворачиваем в пищевую пленку, пальцами разглаживая творожные полоски, соединяя их между собой. Если у вас сырки без начинки, то просто сформируйте руками заготовки батончиков нужного вам размера и заверните их в пищевую пленку. Несколько раз прокатываем получившуюся колбаску по столу, уплотняя ее, и отправляем заготовку творожного сырка в морозильную камеру на 3-4 часа, чтобы она полностью замерзла. И по такому же принципу формируем другие заготовки. Когда сырки замерзли, берем от 200 до 400 граммов шоколада. Я использую черный и молочный в равных пропорциях, но это не принципиально. Берите тот шоколад, который вы любите. Шоколад необходимо растопить либо на паровой бане, либо в микроволновке короткими импульсами. В растопленный шоколад добавляем от 30 до 60 мл любого растительного масла без запаха. И тщательно перемешиваем шоколадную глазурь до однородности. Отмечу, что шоколада понадобится как больше, так и меньше. Все зависит от того, каким способом вы будете наносить глазурь на сырок и какой толщины слой этой самой глазури у вас получится. В итоге у вас должна получиться вот такая вот блестящая, гладкая и достаточно жидкая шоколадная масса, которую я для удобства переливаю в узкий и высокий стакан. Теперь достаем полностью замороженные заготовки творожных сырков из морозильной камеры и снимаем с них пищевую пленку. Каждую заготовку накалываем на деревянную шпажку, зубочистку или самую обычную вилку и окунаем в жидкую шоколадную глазурь. Если вы хотите получить тонкий слой глазури, то просто обмажьте заготовки творожных сырков с помощью обычной кисточки. По желанию, пока глазурь не застыла, обваливаем сырок в измельченных орехах, вафлях или кокосовой стружке. Действовать нужно очень быстро, поскольку глазурь схватывается буквально на глазах. Готовые сырки отправляем в холодильник на пару часов, чтобы они разморозились, а потом угощаем этим вкусным и полезным десертом своих родных и близких. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!